Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. У нас галактика героев и уехавший микрофон. Так, что у нас? У нас Джио, второй этап, давай быстрее завалимся. Почему? Потому что... Нет, только не три звезды, Есть, три звезды не взяли. Блин, быстро пацаны набирают, я даже не успеваю не уследить вообще ни разу никак. Здесь, смотри, темная сторона 6 звезд, Таркин плюс жуки. Давай попробуем Таркин плюс жуки, почему бы и нет, собственно говоря. Таркин плюс жуки. Блин. У меня прикол в том, что у меня клык идет во взводах. А, здесь трауна нельзя. То есть я и так, получается, злорадство не смогу здесь опробовать, да? И так, злорадство здесь опробовать не могу. Ну ладно, тогда за нами будет один бой. Давай мы вот... Погоди, гиена... Гиена, а что ты из-под крепа делаешь, гиена? 25 к точности, невосприимчивость к критическим ударам на 2 хода. Ну, шпиона точно в подкреп я кину. Солдата, наверное, не солдата. Давай мы, наверное, всех вот так сделаем. Поехали, попробуем. Мы должны эту битву, по идее, затаскивать. В ней вроде как ничего такого особо сложного нету, и мы уже затаскивали ее пару раз. Жалко, конечно, что злорадство нельзя использовать. Очень я хотел, очень я стремился, а мне сказали, да пошел ты. А я такой, ну ладно, и пошел, собственно говоря. Не больно. Да. Ага. Давай сюда лупанем. Здесь бьем здесь. Гляди, что могу. Ах ты ж падла. Ну ладно. Это, собственно говоря, не страшно. Так, давай сделаем разок сюда. Чисто на всех слепоту накинем. Убьет, не убьет? Нет, не убил. А вот жалко и зря, собственно говоря. Погоди, а там же остался еще пильщик? Нет. Но я могу сюда удар... А, так а какой смысл? Давай вот так лучше сделаем. Промазал. А если я так... Ой, красиво ведроид шмальнул. А, не, это легкая победа. Это легкий миллион. Просто-напросто. Никогда в жизни еще такого легкого миллиона не было. У меня вообще в жизни миллиона не было. Здесь, я не знаю. О, да не, не получится у нас здесь. Конечно, нет. Даже не буду пробовать. Какой смысл? Залить я здесь ничего не могу, потому что я уже залил сюда клыка. Поэтому мы тупо здесь... Кидаем размещение. Насколько? Еще на лям. 2 ляма. Хорошо. Здесь не добили. Берем 2 звезды. Ой, у меня еще есть место. Хорошо. Раз, два, три. Тогда получается раз, два. Мы делаем здесь 2 битвы. Ты. И вместо шизоида мародер. Как я его назвал в прошлой серии, шмародер. Извиняюсь, конечно, это не из-за того, что я его хотел оскорбить, а потому что я хотел сказать шизоид и мародер одновременно. Вот и получилось, что шмародер. Слава богу, хотя бы не все это заметили. Ай, молодец. Кстати, заметил, нет? Напиши, заметил что-нибудь или нет? Если заметил, то пиши в комментариях. Если не заметил, то все равно пиши в комментариях, что не заметил. Изменение проскочило кое-какое, о котором я пока молчу, потому что не было еще отчетной серии, потому что не успеваю ее записать. На, еще. Ну куда, надо было в лидера же, конечно. Это спешка, как говорилось уже не раз, не хватает мне концентрации в битвах.
И я всегда куда-то спешу. Куда? Не знаю пока еще. Я не понял, куда я спешу. Надо учиться играть на расслабоне. До свидули. Но это будет легко. По идее. Ну, это страх немножко. Отсос небольшой. Убей. Молодец. Выжил. Клон, который выжил, пошел отсюда. Кстати, приятно, что узнали отсылочку. Гарри Поттера написал мне один человек, захотел Гарри Поттера пересмотреть. Я вот как раз этим сейчас и занимаюсь, если что. Нет, по большому-то счету я, конечно, записываю это видео 30-го, получается, октября. Ты смотришь его на следующий день. Вот, у нас уже вышла первая серия «Мандалорца». Я ее еще не смотрел на момент записи видео, но после этой записи я сразу же бегу смотреть. Это я к тому, то, что можешь писать впечатления в комментарии, но не пиши спойлеров, потому что есть люди, которые до сих пор не посмотрели, поэтому давайте, ребят, договоримся без спойлеров. Если хотите что-то сказать, то лучше напишите, понравилось, не понравилось, там еще что-нибудь, но убедительная просьба, без спойлеров. Это будет очень неприятно. Но опять же, я буду следить, и спойлера буду просто-напросто удалять, если что. Так, кого бы? Ну, давай тебя заберу. У вас ШХ плюс-минус одинаково. Да, что и требовалось доказать. В принципе, очень легкая победа. Еще лям. Давай, завершайся быстрее. Нам надо успеть еще один пистолет закрыть. 93, 95. Да, еще один пистолет мы быстренько успеваем с тобой закрывать. Как раз, чтобы не взять две звезды. Так, ты... Шизоид, где шизоид на подстраховку, и какой-нибудь ситх или имперец. Давай, наверное, Таркина мы возьмем с тобой, попробуем. Здесь мы тоже, по идее, лям получим, там 93 миллиона. А требуется 95. Так что я думаю, что если мы сейчас быстренько пройдем бой, то у нас все будет хорошо. Главное, чтобы никто не закрыл звезду до того момента, как это... Никто пистолет не закрыл до моего пистолета. То получится очень неприятная ситуация, когда мы перескочим через две звезды. Это будет очень хреново. Поэтому нам надо быстренько проходить этот бой. Но я думаю, что здесь мы тоже затащим. Нижние территории, конечно, будут вопросы. Опять же, у нас еще Аклай здесь есть. Не стоит о нем забывать. Вейдер, ну какой же ты хороший, а? Я, кстати, его перемодил. Ребята, если что, Вейдер перемодиной теперь. Эффективности сотка практически. По скорости 237, если не ошибаюсь. Выше пока уже не могу. Просто-напросто нету нормальных модулей. Будут модули. Будет у него прокачка немного получше. Нет, обычными тычками. Давайте добьем. Хорош. 420 тысяч уже есть. Дальше сюда. Ой, Киади. Здравствуйте, Киади Мунди. Держи. Еще вот так можно, кстати, разок. Так, сюда меч. Раз, два. Ага, массовка. Все, я понял. Смотри, делаем вот так. Сюда меч. Сюда меч. Сюда массовку. Сюда бросок меча. Идеально. И здесь блокировка. Не сработала. А ведь могло все так хорошо получиться. Ай,
Давай с этим обменяемся, пацаном. Порежем шаха. И сюда бац с ним. Вот тебе и блокировка, здравствуйте. Просто почему бы и нет. Ну и здесь обычными тычками уже добиваем. Есть контакт. Финальная схватка, на секундочку, если что. Ага. Сюда раскол даю. Кстати, заметь прикол, первая особая Вейдера, он вообще типа это удушающий прием, да, как я понимаю, но, ну или прием силы, я не знаю, а больше похоже на то, что он типа такой, ну дай, пожалуйста, попрошайничай, такой бомжара Вейдер. Не знаю, мне так почему-то иногда временами кажется. Давай попробуем набить немножко отрицательных эффектов на товарища по имени Коди. Вот так вот. И хорошенько ему ничего не сделаем. Хреново. Шахата хоть порежем? А может, хватит моего шизоида-то бить? Алло, здрасте. Совсем уже оборзелкины. Вейдер. Давай дубль 2. Ну, разок мы кинем в Ай-яй-яй-яй-яй. Да что такое? Никого убить не можешь на четвертом. Еще и с Коди протупил. Все, опять спешка началась. Ой, вот этого ты должен убить. Ну, наконец-то, хоть кого-то. А здесь заблокировать должен. Папа Вейдер, я ж тебя тут хвалю. Слышь, бомжара. Ну, давай не подставляй меня. Здрасте, провокация. Иди-ка отсюда. Товарищ Палпатин. Ваш выход. Так, это что у нас дает? Мобилизация на здоровье за каждого пациента. Ага. Так, Коди вышел из сумрака, да? Отлично. Все равно не получится набрать, да? Блин, ну давай без резни хотя бы кинем. Слушай, а шизоид хорошо стоит. Стой дальше. Они его реально пробить не могут. А с Коди массовку сделают. Вот она и массовка прилетела. И это до свидания шизоид, да? Нет? А, нет, все, до свидания, шизоид. Ай-яй-яй. Промахнулся мимо кнопки. Не страшно. Здесь мы не воюем с тобой на стяге, поэтому частота прохождения особой роли не играет. Здесь главное прохождение, в принципе, по большому счету. Прошел, красавчик, не прошел, лох. Как же няхи не хватает. Вот няха красиво их раскладывал. Ультой.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай, добей. Очень жирные пацаны, конечно. Есть, вот тебе еще лямчик. Ну что, лоханулись мы или не лоханулись? А, не, нормально, все. Мы успели закрыть пистолет. Здесь нам за размещение дают 94, 95. Слушай, так мы даже спецбой с тобой успеем пройти. Ничего, так хорошо. Так, разочек. Погоди, спецбой. А он же у нас тоже на очки? Нет, я забыл. Блин, может, мне имеет смысл отсюда выйти? Ёперный театр. То если я две звезды возьму, то будет очень плохо. Блин, второй заряд теряем. Обычно массовкой дроид не добивают. Здесь добивают. Убей. Ну что ты вытворяешь со мной? Ну, Дукич, ну ёб твою. Я как должен на тебе заряды собирать, если ты никого убить не можешь? Ну, правда, я законтрить не могу, стоит как бы это тоже учитывать. Ну, мы собирали здесь с тобой, и 10 зарядов было, насобирали как-то разок. Или даже 2 раза. Блин, а все-таки битва это за очки или не за очки? Погоди, если она за очки, тогда между этапами нам будет прописываться количество. Сейчас посмотрим. Угу. Ну ты ж никого не добьешь. Естественно, тебе урона не хватит. Вот здесь хватит. Так, 2 заряда. Неплохо. Слишком сильный дроид. Я, может, это и к лучшему. Блин, опять забыл посмотреть. Вот был только что переход между этапами, я умудрился просмотреть, прикинь. Это я дурачок, конечно. Бейте дроида. Давай, Дукич, жги. Вот так сделаем. Бляха от сандалика. Три заряда. Не добьешь? Добьешь. Нет, не добил. Отлично. Ты не добьешь? А, дроид добьет. Нет. Ну блин, ну какого хрена ты второй раз-то ходишь? Очки территории 920. А там же 93 было, да? Или 94? Блин! Я не помню. Ай, обида! Мне, походу, придется выходить. Я не помню, какое количество там было очков. Мы можем сейчас пролететь. Если я возьму 2 звезды, то на меня будут жестко ругаться. Погоди, у нас тут же время не идет. Посмотрел я, не
нельзя нам закрывать. У нас там меньше миллиона осталось. Поэтому закрывать нам нельзя, блин. Ну, считай, мы этот этап прошли, но мы сдаемся. Блять! Да ладно! А, берем две звезды. Ух, я испугался, не берем... Берем две звезды, да, извиняюсь, я не так прочитал. Берем две звезды, дальше мы не идем. Все, я понял. Ух ты, ежик в тумане. Почему у меня в голове засело? Не берем две звезды. Берем, берем. Притом я, кстати, перепрыгнул как раз на 3000 всего лишь. Блин, можно было тогда четвертый этап закрывать. Ладно, ладно, хрен с ним. Ничего страшного. Давай мы тогда здесь запрет ставим. Сюда мы тоже ставим запрет. Потому что нельзя. Все, здесь мы запреты поставили, здесь две звезды у нас есть, перелив абсолютно минимальный. Взводы, пистолеты, берем две звезды взяли, хорошо. Фух. Честно обосрался, вот прям жестко, дико где-то тут у меня что-то дрогнуло. А это все невнимательность. Так, гриву я не дам, гриву я не дам, а вот босска, кстати, ой, джанго могу дать. Давай, джанго я дам. А, здесь кто у нас? Жуки. Пойдем выполнять спецзадание. На Аклая. Бляха, это сандалика. Что со мной творится-то? Почему такая невнимательность? Откуда она берется? Так, ну здесь определенно снимаем ярость. По толпе бить. Погоди, а ты в инвиз он получается уходит, когда его бьешь, когда получает урон, или когда проводит, и когда проводит атаку, да? Тогда нельзя по толпе, потому что мы не заблокируем. А вот теперь можно, потому что заблокируем. Ну или убьем, тут как бы не важно. Хорошо, сюда. Угу. Один ход остался. Но он ходит же два раза, да? Блин, подожди, получается, сходит или не сходит? Давай кинем на всякий пожарный. Ага, слепота не упала, прикинь, хорош. Что-что, слепота-то же на него работает ведь. Но сейчас она не упала, это плохо. Имеет смысл его сейчас разгонять. Я не помню, сколько у альфы ходов. Там три хода вроде как до перезарядки. Братишка альфа, сходи, пожалуйста. Мне надо посмотреть, у тебя ярость через сколько спадет. Через два хода. У него через один. Блин, так может его тогда не бить? Потому что каждый раз, как мы его бьем, он получает шиха. А, ну как бы... Так, следующий ход, он получает ярость. Ой-ой-ой, поджидаем, как не повезло. Не надо было тогда сливать, наверное. Ой, хорошо, что они его бьют. Надо ярость срочно снимать. Нельзя его бить пока.
А, ярость снимать или подлечиться? Да не, надо снимать ярость, а следующим ходом надо лечиться тогда. Есть, всех законтрили. Прикинь, красавцы молодцы какие. Не бей. Альфа, ходи, пожалуйста. Угу. Блин, ему крополя осталось. Вот прям реально мизер. Пацаны, добейте его. Ай, так, вот это еще хрен сейчас ходить будет. Может на толпу прыгнуть. Есть. Шпион, красава. Молодец. Отлично сделал. Заметь, Аклая мы с тобой уже, в принципе, научились по большому счету проходить. Но где-то у меня вот чувство такое есть, что это прохождение все-таки на волоске. Оно не стопроцентное вообще ни разу никак. Ладно, хорошо. Здесь тогда мы идем с тобой ситхи берем. Определенную. Что такое опять звучок какой-то? Давай вот так, вот так. Тебя возьмем. И тебя возьмем. Почему Гривуса не беру? Блин, Кайла же тоже у нас. Ну, он опять же танк. На тот случай, если Сион быстро ляжет. Сион может быстро лечь. Либо брать Сидиуса. А туда идти чисто дроидами, показать, что дроиды у меня пока не способны. Ну давай чисто ситхами попробуем. Видите, как под заказ, смотри, сколько джедаев сразу. Кто у нас самый крепкий? Дарт Мол. Давай тогда через него дроида призовем. Вот, кстати, на Сиона, наверное, не надо через Сиона боль раскидывать, пока он не дойдет до перезарядки. А иначе он быстро сдохнет у нас. Но этот этап, может, еще поживет. Вот это я имею в виду на третьем, на четвертом этапе. Там уже для него очень больно все получается. Потому что на нем реликвии нету. Ну и модули такие себе стоят. Молодец. Ну, здесь ты вряд ли, конечно, добьешь кого-либо. Да. Попробуем затащить. Я, конечно, обещать ничего не могу. Но попробовать определенно стоит. Мы ни разу еще полным ситхопаком вот этим не играли. Ага, уже можем кого-то сливать, да? Давай Иткота сольем. 4 хода. Ладно, 4 хода он переживет. Чтоб не мешал. Есть, все. Сион спасен. До 4 этапа точно доживет. Ну а там уже не важно. Всего нам нужен для чего? Для того, чтобы танковать и для того, чтобы снимать дебафы. Ой, дебафы. Бафы снимать, точнее, с соперника. Ага, иди сюда. Бляха, опять инвиз. Давайте добьем его быстрее и разберемся с этой дамочкой.
Молодцы. Хорошие ситхи. Очень весьма неплохие ситхи. Так, ты тоже будешь в инвиз уходить? Естественно. Но это так, для проверки. Угу. Прикольно, что он уязвимость на всех накидывает. Я сейчас про Сидиуса говорю. А, можно было ультануть. Хотя танков ультовать неохота, если честно. Ты же уязвимость, правильно я называю? Да, уязвимость на два хода. Раз. В смысле, ты же должен был получить бонусный ход. А, ну, видимо, и получил, на. Два. Здесь никого не добьешь. Не выйдет у тебя, братан. А сейчас мы уже ультовать не будем. Потому что уже поздно. Изоляция. Сколько ходов перезарядки? 4. 4. Можем не успеть. До 4 этапа можем не успеть. Поэтому мы делать этого тоже не будем. Стандартными обычными тычками добьем. Угу. И пойдем на 4 этап. Блин, хотелось бы, конечно, за няху закончить 3 этап. Точнее, не за няху, а перед няхой. Но вряд ли это получится, потому что он сейчас как раз ходить будет. Да, а вот Сион добьет, падла. Ладно, но у нас Трея опять же сейчас должна ходить. Нет, погоди, Сидиус, а потом Трея, да? Вот Трея. Давай разок изоляции. Там переговорили между собой, сволочи. Вот так. Этого пацана мы пока не трогаем, пусть в изоляции посидит. Ему полезно. Идете ко мне. Интересно, потери у нас здесь будут, нет? Ну что, пачка весьма уверенно пока что раскладывает. Живет вроде неплохо. Ну просто, почему бы и нет. Хотя можно было дождаться, когда его убьют. И после смерти сделать сразу же перезарядку. Не, слушай, неплохо заходит. Прямо хорошо. Надо будет запомнить, второй этап закрывается беспроблемно. Ну, кто красивый, кто добьет? Сидиус. Молодец. Да, слушай, вообще вот, в принципе, без напрягов. Не особо раздумывая, то есть не как-то тактически зашел и, можно сказать, грубой силой взял. Неплохо. Ну, вот с дроидами уже, конечно, да. Здесь, конечно, такая хрень уже не выйдет. Я вот не знаю, Магностраж. Mm-hmm.
Кроме инвиза, что он дает полезное? Ничего. Давай попробуем. А, подожди, ничего. По-моему, при смерти дроида там же. Да, когда союзный дроид или сепаратист погибает, грива снимается все три. Давай попробуем нут один раз взять. Мы все время ходим чисто на дроидах. Давай попробуем разок один. Все-таки через нут. Конечно, не факт, что из этого что-то получится. Через Гривуса призовем. Вот эти, конечно, ждай боец авангарда, он со своими контратаками заебет. До свидания, Б2? Уже, что ли? Дай хоть пару волн-то пройти, жлобяра. Угу. Хочу, чтобы Гривус добил. Ай, говорю, что хочу, чтобы Гривус добил, и забыл, что это был массовый удар. Гениально. Так, ну здесь Гривус уже сходить не успеет, скорее всего. Да. Ай, хотелось зарядов пособирать. Сюда кинем. Есть, второй заряд пошел. Третий с нами. Сюда. Так, погоди, тоже сюда. А теперь грива. Четвертый заряд, отлично. Хорош, 5 зарядов. Вот эти заряды, правда, на Гривуса единственное, что не работают, к сожалению. Зато все остальные, всем остальным, в принципе, дроидам хорошо. Давай попробуем вот этого черта забрать. А то он своими контратаками замучает. Ай-яй-яй, подлец, какой негодяй. Б1 ушел? Да ладно. Вот это, если честно, нежданчик сейчас был. Я совсем забыл, что у нас на Б1 же заряды ведь кончаются. Это сейчас тогда получается и Б2 уйдет. Ну ты еще с нами, это хорошо. Но тоже ненадолго. Минус Б2. Еще один заряд пролетел. Ну куда ты лезешь? Ну дроидыка, ну что ты вытворяешь?
Не успели 10 зарядов набрать. Ну, хотя мы и так четвертый этап не затаскиваем. Здесь очень крепкие гады. Для моих-то дроидов. Угу. Вот это было крепко. Это прямо более адские страдания. Да, здесь 10 зарядов не спасли бы. Их! Не, ну слушай, три этапа для такого отряда, я считаю, вполне себе. Вполне себе, даже неплохо. Угу. Ладно, получается что? Первый этап мы закрываем с тобой красиво, второй этап мы закрываем некрасиво, потому что надо дроидов добить. Если я добью дроидов, опять же, до 7 звезд и до золота, тогда будет все неплохо. То есть первые два этапа будут по красоте. Вот третий, четвертый, там уже настоящие проблемы у нас с тобой появляются. И что касательно еще флота. Ай, темного флота не хватает. То есть вот все, что у меня есть по кораблям, даже если их выкачивать. Ну что это такое? Как здесь проходить? Когда есть клык, да, но клык-то у меня, блин, в взводы уходит. Надо что-то с этим делать. Что-то делать, что-то думать. Ладушки, на этом у нас все. Джеота, в принципе, закончилось. Отчетность по Палпатину смотри в отчетном видео. Естественно, там, кстати, есть кое-какие изменения. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила. Я